Друзья, и снова всем здорово, и в сегодняшнем видео мы с вами смастерим очень полезное приспособление, которое вам обязательно пригодится. Так что не выключаем видео и смотрим его до конца. Ну а первое, что мне пригодится для сегодняшней самоделки, это вот такая вот профильная труба на 20 мм, которую нужно будет распилить на две равных части. Теперь мне пригодится вот такая вот стальная пластинка, которую нужно будет распилить тоже на две равные части. Кстати, хорошо, что по краям на этой пластинке есть отверстие. Вот такие вот две пластины получилось. Два отверстия уже есть, мне нужно проделать еще два отверстия. Ну а теперь при помощи уголка и штангель-циркуля нужно будет собрать вот такую вот конструкцию. Просверлить отверстие и заклепать. Теперь прежде чем заклепать вторую стальную пластину, нужно промерить диагонали. Они должны быть равными. Вот так вот выглядит конструкция на данном этапе. Ну а теперь в двух пластинах строго по центру нужно будет сделать отверстие диаметром на 4 мм. Теперь мне пригодится вот такая вот стальная пластина, на которой нужно будет расчертить осевую, проделать отверстие и приклепать к нашей сегодняшней конструкции вот таким вот образом. Теперь на этой конструкции, а конкретно на пластине по осевой, нужно проделать много отверстий разных диаметром. Я лишь сделаю два отверстия для того, чтобы показать, для чего вообще нужно это приспособление. Все, два отверстия я проделал, и как всегда легким движением рук, и самоделка готова. И сейчас я вам покажу, друзья, для чего она нужна. Один из примеров, для чего нужна сегодняшняя самоделка, это сделать четкое отверстие под пробку при сборке мебели. Также при помощи данной самоделки можно наделать отверстие любого диаметра на любую длину, например, доски. И все отверстия будут как по струнке. Идеально. И я же надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее приспособление. Так что не стесняемся ставить лайки, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. Ну а мы же с вами увидимся в следующем видео. Всем до скорого!